Я рад приветствовать всех, кто пришел на наш концерт сегодня. У нас сегодня в концерте будет два отделения. Первое отделение — это мое выступление сольное на рояле. А второе отделение — это группа из Санкт-Петербурга «Роза Виталис». Очень интересная группа, всем рекомендую. Вот, так что приятного вам прослушивания.
Это прозвучала композиция под названием «Elephants». Следующая композиция называется «Илиада». Thank you.
сейчас прозвучит композиция «Just Looking Past».
Сейчас прозвучит коротенькая композиция под названием «Быстротечность». Мы ее когда-то играли с флейтисткой, но сейчас я исполню ее на фортепиано. Спасибо. Сейчас прозвучат две композиции новые, которые я анонсировал, которые мы еще с группой не играем. Это новый репертуар. Вот, я их сыграю пока под минус, что впервые исполняется. Композиция первая называется «Dreaming». Thank you.
Спасибо. Ну, в заключение моей программы, коротенькая композиция тоже, которую я играю один, с группой мы ее не играем. Спасибо. Ну, теперь после небольшого перерыва встречаете группу Розвиталис с Питера, вот, в честь которой мы организуем, в общем-то, два концерта. Вот сегодня один, где я сольно, а не группой, а завтра мы будем играть, и мы будем играть с группой Inner Drive, и они тоже с нами будут играть в другом месте. Так что, кому интересно, приходите.